С праздником Петра и Февронии семейные пары поздравили глава Чувашии Михаил Игнатьев вместе с супругой и вручили ордена и награды за любовь и верность. Кстати, впервые государственная награда Чувашии была вручена в Доме правительства в 2005 году. За 8 лет чествование супружеских пар стало доброй традицией и служит примером сохранения семейных ценностей. На торжественной церемонии собрались пара, счастливо прожившие вместе в согласии, гармонии и любви много лет. В их числе труженики тыла, педагоги, работники сельского хозяйства и промышленности, общественно активные и ответственные люди. Глава республики, поздравляя семейные пары, отметил, в Чувашии сохраняются и создаются все условия для того, чтобы люди могли жить в согласии. Семья, как мы все знаем, я хочу это подчеркнуть, является опорой нашего государства. Семья – это ячейка, основная ячейка нашего общества, где на самом деле проявляются яркие грани человеческих отношений. 64 года живут и воспитывают 4 детей. Молодцы! Так держать. Это ярким примером является для всех других семей. Елена Дмитриевна и Владимир Васильевич Некрасовы состоят в браке 64 года. Лидия и Семен Долговы почти 50 лет. У каждой пары своя юбилейная цифра. И неважно, какой рубеж они прошли, главное, что они вместе. Мы однажды встретились с мужем и с тех пор не расстались. Воспитали двоих детей. 6 внуков. 29 июня проводили внука в армию. Я думаю, что достойно отслужит он. В честь фамилии Долговых не позорит. Зал государственных торжеств Чувашской республики сегодня был озарен особым светом, согрет особым теплом, наполнен удивительными людьми, их взаимным и неразделимым счастьем. А все потому, что здесь собрались создатели мира гармонии. Данифа Тагирова, Александр Петров, Республика.